Виктория! Мы все равно дадим! Подумать насчет слов Яса о том, что тут рот собирает большинство профиков и супермедийных на поле нету. Ну, я не знаю, ну, по крайней мере, когда люди приходят и становятся этими дими, я так не считаю, что да, может, когда-то приходили они профиками, но люди развиваются, да, что-то делают, я не могу, ну, то есть я немножко не согласен с этим, и как бы профики по именам давайте назовем, ну, условно, тех же козлов и так далее, что там одна премьер-лига в основном, да, то есть у нас все-таки люди, к сожалению, да, хотя по возможности могли, но по каким-то причинам не дошли до такого там высокого прям уровня, вот, но люди хотят, люди развиваются, да, у нас площадка позволяет, да, то есть по сравнению с другими командами больше, да, развиваться в медиа, ну, как бы и люди сами стараются и хотят, что-то делают, то есть, как бы, я не могу сказать, что у нас не медийные, люди приходили не медийными, но стали заслуженно, я считаю, медийными.